Я думаю, что нам надо взять за пример европейскую систему, шенгенскую, где когда вы въезжаете, как вы знаете, вас всегда интересуется, сколько у вас денег с собой, застрахованы вы или нет и так далее. Я думаю, что векселем заменять паспорт и визу нельзя. Должен быть установлен для всех одинаковый, абсолютно одинаковый режим. И тогда можно хорошо и нормально контролировать въезд и выезд из страны и не допускать в страну миллионы нелегальных мигрантов, которые обычно и становятся рассадником всякого рода проблем для нас. Здесь надо просто навести элементарный порядок. И вот в этих случаях я бы как раз обратил внимание на европейский опыт, потому что с точки зрения как раз организованности миграционной политики у них все более-менее нормально. И нам здесь не надо придумывать велосипед. Но визовый режим должен быть обязательно установлен, иначе мы никогда не наведем порядок.